вони тепер з помощью нанятих ахвіристів і проходимців рішили повторити свій людоєдський експеримент над нашою страною, затягивая нас Євросоюз. То є бельгійці нав'язали нам договор асоціації, який унічтожить наше населення. Сіоністські мудреці установили нам квоту на життя всього 2,7 мільйона. Окончательно розрушать промисловість, сільське господарство. І через кілька років їх програма буде виконана. Заводи виріжуть, зерно увезуть, а рапс і підсолнечник жрать мені в состоянии. Даже сейчас уже молодих девушек убивают и с них делают консервы мясные. Мы им не нужны, а только наша территория и земля. Так как у них самих 120 миллионов голодающих. Вот они за счет разграбления остатков нашего экономического потенциала хотять продлить своє существование. В этом очень сильно заинтересовано США, которые имеют опыт уничтожения местного населения. Несколько их тысяч сейчас доживают в резервациях, чтобы ослабить Россию и заставить плясать ее под их дудку. Даже англосаксы при помощи авантюр сумели уничтожить местное население в ЮАР, а потом заселили их германцами, которым они должны заплатить были за то, что они воевали против России в 1856 году. Сейчас они, Америка вбрасывает сумасшедшие деньги, чтобы только вступили мы в ЕС. И каждому человеку платят по 500 гривен этому Майдану тому. Однако мы не сумасшедшие и не дебилы, а тем более мы самый образованный народ на планете, и поэтому нас невозможно обмануть. Наш президент Виктор Янукович, как гарант Конституции, независимости и самостоятельности Украины, в самый последний момент отказался подписывать соглашение об ассоциации. И этот поступок его одобряет все здравомыслящие люди. Но потом он снова начал себя вести непонятно. Почему он не остановил эти американцев майданутых, которые нападают на сотрудников милиции? Почему едут к нам всякая шваль из Европы и призывают к разным актам неповиновения? Пусть себя дома наводят порядок, разбираются с педерастами, а не лезут в чужой огород со своим уставом. Сами мы разберемся без советников и благодетелей. Президент может понять, так как сколько себе колоссальное состояние и спрятал их за бугром, а теперь боится, что него и заберут. Но он не понимает, что простой истины, что с ним поступят так, как с миллиардером Березовским. Деньги заберут, а его повесят. Пока Янукович будет жить в Украине, он будет жив.
А вы считаете, он адекватный? Он там им не нужен, поэтому ему следует держаться за свою страну. А то, что в Бельгии людоеды живут, это он адекватный? А не торговать ею. Деньги можно собрать снова, а жизнь у человека одна. Исходя из вышеизложенного, требуем от президента выполнять свои служебные обязанности, как гаранта Конституции, соблюдения независимости и самостоятельности государства. Даже Петр Первый закрыть был? Границу для всех посещений любых лиц из других стран без специального разрешения президента. Надо лечить музыкантов, писателей, художников, которые занимаются вредительством. Только в США имеется 7000 агентов. Оставить только одного посла и двух-трех заместителей. Ввести в стране чрезвычайное положение. Установить комендантский час и задерживать всех лиц, которые ночью находятся в столице без обоснованных мирных целей. Приостановить временную работу банков, проверить их, с каких лицевых счетов они получают деньги на оплату майданников. Счета закрыть, деньги направить в бюджет для покрытия расходов государства по ликвидации последствий майданов. Депортировать из страны Тягнибока, Яценюка, Кличко, как иностранных агентов, врагов государства Украины. Провести национализацию телевизионных каналов, которые ведут агитацию за государственный переворот. Резолюцию Митина направить президенту и дать все средства массовой информации. Если они не примут наши требования, то мы будем создавать общественные советы, громадские рады и отказываться признавать их как орган.